Привет, дорогие друзья! Сегодня я получила, очень крутую посылку из Китая, которую я ждала давно, заказывала из китайского сайта NewChick. Ссылочки на все товары вы найдете в описании. А теперь хочу поподробнее вам рассказать уже, что именно я такого интересного себе накупила. Во-первых, очень нужная вещь, которая просто должна быть в хозяйстве, это вот такой вот насос на бутылку на воду. Сейчас такая вода в трубах, что без какого-либо очистителя, либо заказной воды просто не обойтись. И поэтому вот такой вот воздушный насос очень нужен, если вы заказываете себе воду. И такой себе насос приобрела я. Сейчас попробую включить техника и собрать это все добро. Тут, в принципе, все просто. Трубочки вставляем и сейчас опробуем, как он накачивает воду. Одела я на бутылку, качает он хорошо, довольно легко качает, нажимать несложно, вот реально буквально пальцами, и водичка бежит очень хорошо. То есть обязательно такая штука должна быть. Следующее, что я заказывала, такое маленькое, это вот такие вот вырубки для фуксии, цветочек фуксия. Может, и такие четырехлистники подойдут и для других цветочков, но вот для фуксии это очень прикольная вещь, и размеры у нее очень классные. Вот такие цветы можно делать. Ну, конечно, это живой цветочек, но я думаю, что мы обязательно с вами тоже такие цветочки поделаем, и вот такие пушистые. Так, потом заказывала еще молды. Первый молд, это у меня молд для рюшей. Это делать, допустим, на какие-то свадебные торты, либо на какие-то такие красивые торты для принцесс, всякие такие рюши. Силикон довольно толстый, вот такие вот рюши у нас будут получаться. Очень круто. И потом последний молд, который я заказала, я заказываю его уже второй раз. У меня такой пришел, только приходил он мне серенький, вот такой вот, а сейчас пришел розовый, но разницы нет, силикон абсолютно одинакового качества, на ощупь абсолютно одно и то же. Очень четкий и очень крутой. Этот молд я заказала второй раз именно потому, что хочу подарить его кому-то из вас. Для этого нужно всего лишь быть подписчиком моего канала, что само собой разумеется, и обязательно поделиться видео у себя в любой соцсети, где вы есть. Внизу скидывайте мне в комментариях ссылочку на эту соцсеть, я как раз там с вами потом и свяжусь. После пасхальных праздников проведу розыгрыш, это где-то в понедельник, во вторник. Я вам потом сброшу результаты розыгрыша и видео, как я абсолютно все честно проведу и потом отправлю. Единственное, отправить смогу только по Украине. Так что, жители Украины, дерзайте и обязательно отправлю вам, подарю молд. Следующее, что я купила, это вот такой вот силиконовый, я даже не знаю, коврик с бортиком, вот что-то такое, для всяких бисквитов, омлетов. Также прекрасно я вот запекала в ней картошку по-селянски, такую с чесноком, которая масло не выбегает вокруг. Заворачивается вместе с бисквитом, допустим, если печете тонкий бисквит для рулета, завернули после духовки сразу вместе с рулетом, как мы обычно делаем с полотенцем, допустим, и потом разворачиваете. Ну, в общем, тоже очень удобная такая штука с бортиком. И вот теперь, что я следующее покажу. Заказала опять себе тефлоновые коврики. В прошлый раз заказывала, у меня были такие коричневые, а это заказала такие черные. Но они даже по качеству, мне кажется, поприятнее и более гладкие, чем те, которые я заказывала. Я их обычно скручиваю трубочкой, одеваю на них резиночку и храню вот так вот трубочкой. К ним ничего не пристает, не пригорает, и можно, в принципе, даже барбекю делать на этих. Ну, не на прямом огне, конечно, но все же. Следующая моя покупочка очень крутая, это вот такие вот большие насадки. Они везде прописываются как насадки тюльпаны, но здесь абсолютно разные цветочки. Сейчас постараюсь показать, так плохо на камеру видно, сейчас сфотографирую. Вот такие вот они получаются, абсолютно разные. Там есть и можно на 6 купить набор, но я купила себе на 8, чтобы побольше был у меня выбор именно таких, как я хотела. В общем, они мне очень нравятся, будем с вами потом экспериментировать и их опробуем на каком-то тортике. И последняя моя покупка, это очень крутая сумка, холодильник, у нас скоро майские праздники, все готовы, обязательно надо жарить же шашлыки, обязательно идти на природу, и без термосумки нам просто не обойтись. Эта сумка очень-очень вместительная, крутая, и я реально даже не ожидала, что она мне придет такая. Здесь два отделения, сюда можно положить какие-то ножи, вилки, неважно, оно где-то сантиметра полтора-два в высоту, то есть что-то плоское, типа досточку туда еще можно положить, в общем, класс.
Здесь внутри это не клеенка, не фольга. Я даже не объясню, какая здесь ткань такая. Вот она и шершавая, и гладкая в то же время. И она довольно плотная, хорошо очень держит температуру. Сбоку также кармашек, также ручка вот так вот, чтобы можно было нести в руке, и ручка через плечо с резиновой накладкой для нескольжения. В общем, очень крутые все вещи. Это сайт New Chic, ссылочку на сайт я оставлю внизу в описании, и на товары, соответственно, тоже придите, посмотрите, там все размеры и прочее указаны именно на сайте. А я буду ждать в ваших комментариях ссылками на ваши группы в соцсетях или на ваши странички, и обязательно подарю кому-нибудь молд. А с вами был Кекс, до новых встреч, пока-пока!